Так, всем привет, друзья, с вами Димбос, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Это видео, надеюсь, вам понравится, потому что оно, мне кажется, оно очень расслабляет. Вы уже видите, как у меня на заднем фоне падают листья. Вы, возможно, даже сначала не поняли, Майнкрафт ли это. Отвечу, да, это Майнкрафт. Но это Майнкрафт, когда я установил кучу, повторите еще несколько тысяч раз, кучу модов в Майнкрафт. Вот даже здесь лед есть. Ну вот, первое, что вы можете заметить, это листья, деревья, камушки. Как я все бросаю? Холод. Дальше вода, энергия. Да блин, я должен выжить. Я сейчас клавию. Нет. Да, вот так вот. Стоп, а зачем я только сюда иду? Может, мне этого... Ладно. У меня просто кучу этих, колоночек, я бы назвал их. Давайте посчитаем. То есть, жизни, еда, вода 3, энергия 4, а также холодно мне или жарко 5. Кстати, энергия, я так и не понимаю чуть-чуть, как она работает. Да, кстати, то, что вы вот сейчас могли слышать, я не знаю, наверное, это слышно. Просто физика плюсик. 0 это просто замечательно. Так что я, наверное, буду жить пока что около лавы. Около лавы. Если вы не знаете... У меня даже инвентарь поменялся. Если вы не знаете, я вот переехал не просто с квартиры на квартиры, а... с России на... остров. Ну да, как бы я теперь живу, так сказать, в Испании. Ну, на остров, на острове. Канашки. Привет, еночек. Потом заведу себе такого примерно. Канашские острова около Испании на острове Тенерифе. Ну вот, рядом со мной есть остров Ла-Пальма, вы, возможно, знаете, я не знаю, в России, боже, как это реалистично, по новостям показывают, а возможно, и не показывают, я не знаю, я не слежу за российскими новостями, то что вот Ла-Пальма называется остров, и там вулкан извергается. Ну, да, я тоже на острове, где вулкан. Который самый большой в Испании. Очень безопасно. Ну вот, я просто вам сказать, если вы не знали, да, я живу около извергающегося вулкана. Ну, остров соседний у меня такой. Кстати, я думаю, я могу близко достаточно подходить к клаве, поскольку... Ай, нет, блин, я не могу... То есть, когда у меня 100 этих, как его, блин, надо в холодненькое что-нибудь. Все. Когда у меня 100 холода, я начинаю умирать. А когда у меня там 15 или сколько, так, вот так, не помню, жары, то ничего. Ой, то есть, какой ничего. Зачем я сейчас взял два этих
два камушка в руки и просто их об друг друга бью. А вот зачем? О, блин. Я добыл 3 кремня. Да, надо взять одну гальку и другую гальку в другую руку. Мы выкладываем вот такой крафт. Зачем нам какой-то непонятный кремниевый топор и почему я сразу же не пошел добывать дерево? Сейчас я вам объясню. Так, сейчас мне надо чуть-чуть зарядиться, так сказать. Так, все, я думаю, мне этого хватит. Короче, если мы попробуем, вы не можете ломать деревянные блоки без топора. Здесь, то есть, не крафтятся ни деревянные предметы, ни каменные. Давайте сломаем ветку. И сейчас просто смотрите. Боже, это так. Чтобы вы знали, это не один мод. Это не один мод. Но лучше все сломать. Ну, как бы в моем случае это... Сейчас. Ох, конечно, здесь... Я даже не знаю, что быстрее ломает. Вот если бы обычное дерево было. Рука или этот топорик. Как вам? Нравится? Зачем я его обтесал? Обтесал? Короче, обтесанным сделал. Вот, обтесанное еловое бревно. А вот сейчас поймите, почему. Мне кажется, чего-то не хватает. А вот так теперь правильно делать. Ту-тарам. И да, здесь у меня снимается. О, блин, слишком близко подошел. И теперь мы должны все это сломать. То есть, когда дерево, вот мы именно рубим, у нас очень долго. Даже, возможно, дольше, чем на руку. Блин, опять сломался. А вот когда просто мы их ставим, то у нас они быстрее ломаются. Видите, почему я сразу же все не сломал? Потому что это тратит мою энергию. О, все, 4 будет достаточно. Так, надо скрафтить. Ну, то есть, вы, как понимаете, это новое выживание. Я знаю, я уже выпускал до этого видео, где я типа сделал новое выживание, надо поближе к вам. Но это была просто подготовка, потому что мне нечего было снимать, а просто не снимать ничего, но это как бы... Не очень, я знаю, вы ждете, у меня и так не очень все происходит. Переезжать было сложно, еще кот умер потом, ну, да. Упал с высоты, ну, давайте не будем об этом, а то у меня весь ролик будет плохое настроение. Енот, не надо. Ты ж не будешь прыгать? Боже, мне так нравятся эти звуки. Еще мне, не знаю, очень напоминаю что-то, не знаю, Hello Neighbor, наверное. Вот звуки ворон. Здесь, да, есть вороны. Чтоб на всякий случай, это мод Alex Mops, который добавляет этих животных. Не понял, ты... Да опять я получил совсем немножко уже меня. А сейчас-то что? Все. Нет! Пожалуйста, не надо. Я думаю, вот здесь можно сделать хаб.
Да, я понимаю. Блин, я не могу тоже ломать здесь. Ну, вот здесь я переночу, наверное. И наконец-то, когда уже настала ночь, я могу скрафтить верстак. Ай, да уж. Блин, опять. Опять? Ах, давай. Еще чуть-чуть. Мне надо это взять с собой. Я чуть-чуть подальше сделаю. Ну, да. Примерно так. Я думаю, для начала это... Ну, для начала, прям начало, когда в обычном Майнкрафте это вообще не очень... Для начала выживание с модами на реалистичность. Реалистичное выживание. Вот так и назову. Это нормально. Так. Да, кстати, простите, если я что-то нелогичное буду говорить во время ролика, потому что, ну, как бы я пошел в испанскую школу, и там все на испанском. Ну, хоть кого-то я... Блин, энергия. Реально? О, нет, я забыла об одном, так сказать, улучшении для ухудшения игры. Ой, блин. Это плохо. Ну, да. Это реалистичное выживание также добавляет мод Крейт. Я точно не знаю, но если кто-то знает, тот поймет, что это за мод. Я вот просто обожаю его. Так, а... давайте сейчас порассуждаем. Порассуждаем только в моей хате. Нет, так еще хуже будет. Нет, иди в лаву. Две вещи. Первая вещь — это во имя моего друга. Первая вещь — это зомби. Да хватит! Я только нашел, что мне надо, и уже на меня нападают тут. Зомби для еды. Как бы странно это ни звучало, да, мне нужна гнилая плоть. Что у меня сгорело? Что-то у меня сгорело, я видел. Вот я ненавижу скелетов больше всего. Ну, скорее... Сейчас тростник сам сломался. Я его и люблю, и ненавижу. Почему люблю? Люблю кости, чтобы для костной муки. Ненавижу, потому что он невероятно надоедливый. Так, чуть-чуть погрез. А сейчас-то что? У меня даже... Всё. Ай, блин. Да... Не очень я продвинулся далеко.
с такими темпами до Крейта дойти. Крейт это... И что я ненавижу в моде, который я скачал, на улучшение графики мобов. Вот это я больше всего ненавижу. Улучшение, так сказать, для меня это просто большое супер ухудшение пауков. Что же в пауках не так? А вы, возможно, сейчас их видели. Я вот их реально теперь буду очень сильно избегать. Я просто заберусь. Нет, ну ладно. О, зомби! Зомби! Сюда! Идем! Блин. О, нет! Давай, давай. Да чё ты танцуешь? Подойди. Сейчас. Так, лучше не подходить, лучше просто сдалека. Во, я научился. Ура! Моя прелесть. Боже. Опять ты... Я боюсь в ту сторону идти. Там кое-что, что мне не нравится. А то есть паук. И нету. Вот отсюда я буду на все смотреть и оглядываться. Пс, зомби. О, огурчик. Привет, огурчик. За этот день мне надо добыть кое-что очень важное. А как мне спуститься? Это что-то очень важное. Называется шерсть. Так, вот он начал гореть. Да. Нет. Только не в воду. Ладно, уже иди. Сейчас тебе все равно ничего не спасет. Чё ты танцу... Хватит танцевать, танцор. Владеет очень умным и большим мозгом. Лососи, конечно. Ой, за тебя ждать уже 10 лет пройдет. Ясно, он в утопленника превращается, и я лучше побегу. Хожу с полтора сердечка.
вот этот реалистичный мод. Привет, свинюшка. Я вижу цель. Но один неверный шаг... И... Блин, ты меня так напугала. Но тут такая реалистичная... Его там нет? Скорее! Нет! Одно сердечко. Бежим к нашей базе. Одну я посажу, другую съем. На лупу тоже съем. Уже... забыл опять я... Я ж играю с реалистичностью. Ладно, сейчас мне надо отрегениться чуть-чуть. Да. Я знаю, как мне попить. Вроде бы в прошлый раз это так работало. Но сейчас... Ясно, гнилая плоть, отстой. Блин, он там сидит. О, лососи задвигались. Нет. Почему это не работает? В прошлый раз я к морю просто подошел, как-то, не знаю, наклонился, я не знаю, я просто окунулся, покликал на какие-то кнопки. Да. Во! Надо на Shift, кажется, и зажать правую кнопку мыши. Ну, что сказать? Это да, это действует как гнилая плоть. Ну, а вы что ожидали? Я надеюсь, не дойдет до того, что я буду слишком голодной. Ну и как бы... Давайте лучше не будем об этом. Это что такое? Ты тоже из AlexMob пришла? Да, кажется, да. Сейчас мне надо еще чуть-чуть добыть. Его нет. Прекрасно. Скорее. Все, здесь больше нет. А, вот, спряталась. Вот, чай. Чтобы вы знали, да, это чай. Нет, отойди, у меня есть палка. Палка есть. Вы двое. Я побежал. Свинка, удачи тебе. Так, давай, идем. Ты должен догореть. О, гнилая плоть. Скорее. Нам надо перекусить очень быстро. Нет! Так, мне надо отрегениться. Вот здесь мы посадим это. Вот так будет норм. Жалко это ломать, но да, я не могу так. Я буду, когда они вырастут, спотыкаться об них или как-то так. Эх, я за этот день... Стоп, а сейчас ночь или нет?
какое-то странное освещение просто. Ай, ну где овечка? Да даже если бы я ее нашел. Ай, как бы я ее состриг. С нее шесть. Никак. Бежим. Нет, мне вот нельзя так делать. Это мне строго запрещено. Так, посадим еще несколько штучек. Так, и еще нам надо добыть земли чуть-чуть. А, ну у меня есть примерно. Чем больше мы едим, мы тем больше воды тратим, я узнал. Так, надо совсем быстро-быстро. Это очень сложно, конечно, добывать. Так, давай скорее. Ну все. Так, ну а на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Я попытаюсь выжить. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на подписку, короче. Ставьте лайки и всем пока-пока.